Православные верующие отметили крещение Господне. Всего в республике было создано 33 купели на территории храмов и на Волге. Это меньше, чем в прошлом году, повлияла январская оттепель. Где-то организовать массовые купания побоялись из соображений безопасности. В столице Чувашии в крещенскую ночь выход на лед тоже пришлось ограничить. Об этом средства массовой информации сообщали на протяжении всей недели. Мой коллега Дмитрий Ковалев убедился, что ни меры предосторожности, ни сильные морозы не испугали горожан. В 12 часов ночи на городских улицах движение как в час пик. Чтобы попасть к столичным купелям, многим чебоксарцам пришлось простоять в пробках. На подходе к Иорданям были установлены рамки металлоискателей, а полицейские проводили досмотр личных вещей. Вообще общественный порядок во время крещения обеспечивали более 500 сотрудников МВД. На усиленный режим несения службы были переведены и спасатели. Оперативные службы готовились устранять и серьезные ЧП. Морозы, которые установились в республике на прошлой неделе, не успели сковать водоемы прочным льдом. По средним многолетним наблюдениям, в этом году лед в два раза тоньше, чем обычно. Это связано с погодными условиями. Буквально вот заморозки-то начались буквально позавчера. На сегодняшний вот момент, с вечера, два раза мы как бы так слышали звук, похожий на треск льда, скажем так. Накануне крещенской ночи была проведена огромная работа. На подходе к Иорданям установили прочные трапы, нарастили дополнительный слой льда. В этом году попасть к купелям можно было только простояв в очередях. Неподалеку от Свято-Троицкого монастыря выставили кордоны. К прорубям полицейские пропускали только по 20 человек. Но желающих окунуться от этого меньше не становилось. Моржей с опытом от новичков можно было отличить без труда. Некоторые окунались, как и положено, по три раза, но кто-то не выдерживал и выбегал из купели сразу, буквально дрожа от холода. Эмоции у всех били через край. Хорошо вообще. Вот. Полный кайф. Ну, частенько хожу уже третий раз где-то, ну поэтому как бы я привык. Я даже не закаляюсь, как бы. Пришел первый раз, нырнул и все. Отлично, все очень понравилось. И завтра еще приду. Вообще классно. Ой, вообще не могу. Хотя многие говорят, что вода в крещенскую ночь обретает чудесную силу. Считается, что после купания в проруби невозможно заболеть. Многие в этот феномен верят и испытывают на себе. Даже вот, честно говорю, голова нисколько не мерзнет, вот как-то... Внутреннее тепло идет. Только в чебоксарские проруби решили окунуться более 4000 человек. Многие сюда приезжали из города Спутника. В этом году массовые купания там отменили. Если верить официальным источникам, крещенская ночь прошла без происшествий. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика.